театр на Спасской встречал гостей необычной постановкой. Вместо большой сцены актеры играли этюды на окне у главного входа. В качестве декорации дождливая погода и живая музыка. Все происходящее – фантазия режиссера. С порога зрители погружают в неизведанный мир сказок. Нет, и спектакли такого высочайшего класса, такого художественного уровня высокого, что их нужно смотреть всем. Абсолютно. На фестиваль к нам приезжают одни из лучших театров и одни из лучших спектаклей, поставленных в нашей стране в последние годы. Фестиваль «Вятка. Город детства» существует уже 11 лет. В этом году в афише самые яркие театральные работы. Театр из Санкт-Петербурга расскажет кировчанам про честное слово. Артисты из Армении покажут крокодила, а группа актеров из Беларуси сыграют куклами моноспектакль. Свои постановки готовят и кировские театры. Первыми на кировской сцене выступили артисты из Санкт-Петербурга. Они представили постановку «Деревня канатоходцев». Играть спектакли будут не только в театре на Спасской, но и на сцене кукольного театра и областного драматического. Кировчане поразмышляли, какие спектакли хотели бы видеть на детском фестивале. Сказочный патруль. Сказочный патруль. Это что такое? У ребенка. Но это новые мультики, это не из нашего детства. Колобок, красная шапочка. Ну, я из детства люблю вот серебряные копытцы, например, Бажова. Руслана Людмила. Я один раз его был в театре-то. Таня, помню, смотрел спектакль и все, но это было 50 лет назад. Фестиваль будет проходить с 16 по 22 октября. Свои лучшие постановки представят 14 театров. Некоторые работы получили высшую театральную награду и премию «Золотая маска». Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город».